18 марта жителям страны придется сделать один из самых важных выборов – главы государства, а значит и курса, которого будет придерживаться Россия в ближайшие годы. Предстоящие выборы стали главным акцентом на встрече членов общественного совета, в состав которого входят представители органов территориального самоуправления, общественных организаций и политических партий. За круглым столом говорили об объединении усилий всех сил в период подготовки и проведения выборов. У нас у каждого свои политические предпочтения. Мы все в одной партии. Партия под названием «Любителей Лабинского района». 18 марта у жителей города будет возможность проголосовать за одну из общественных территорий Лабинска, которая будет благоустраиваться в первую очередь. В этом голосовании смогут участвовать все граждане, достигшие 14-летнего возраста. Важно, чтобы день голосования прошел организованно и в соответствии с законом. Поэтому 18 марта на избирательных участках в течение всего дня будет осуществляться общественный контроль. В нашем районе на избирательных участках в день голосования в качестве наблюдателей от Общественной палаты России и от Общественной палаты Краснодарского края будет работать 108 человек. День выборов должен стать для жителей района праздником. Для этого вблизи избирательных участков организуют небольшие концерты с музыкальными номерами и точки общественного питания. Кстати, погода в этот день обещает благоприятствовать. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».